Что, что? Да ничего страшного, я могу и на Киевской. Ну ты на Киевской же где-то на улице, да? А далеко на улице? Ну, к турнике там, может, хотя бы, если удобно. Ну, подъеду, а что делать? Я говорю, мне надо это вот. Ну, вернемся потом обратно. А потом ты куда? Да, да. Ага. Мы сейчас единственное, что мы еду заказали. Я думала, он тут останется, а я в метро спущусь, поэтому придется, ну, все это оплатить и съесть. Да. Ну, а ты в метро или уже вышла? И там будешь что-то делать на улице, да? А, и то есть народ будет приходить к тебе, да, и ты будешь раздавать. Хорошо, слушай, давай, я могу, в принципе, сейчас оставить пустяку приносик, а я сейчас съешу на Киевскую. Сколько я потрачу? 20-25 минут. Да. Ну да. Хорошо, это кольцевая у тебя или какая? Получилось.